Доброе утро! Сегодня я хочу вам показать одно веселое упражнение для улучшения аудирования. И делаю я его в лесу. I'm listening to all these birds' voices. And I'm placing them into the space of the forest around me. Да, и вот смотрите, во-первых, в лесу, насколько я замедлилась. Давайте так медленно говорю, потому что я реально превращаюсь в одно большое ухо, и так вот только в локатор, да, который улавливает эти звуки и движется прямо по направлению за этими звуками. Обычно я замечаю, что я их ранжирую по громкости, потом по дальности, видимо, но громкость и дальность очень сильно связаны, потому что твое ухо рассчитывает, твой мозг, конечно, не ухо, ухо улавливает, а мозг рассчитывает, где это находится, он как раз рассчитывает координату. Ну, примерно так, как вышки сотовой связи улавливают сигналы от мобильных телефонов, поэтому всегда можно понять, где вы находитесь. Вот так я хожу, слежу, улавливаю эти звуки. Удивительная игра, она полностью отключает мозг от внешнего мира. И вместе с тем потом, когда ты слышишь разные-разные звуки в речи, в обычной речи, то это ничем не отличается от звуков птиц. Ну, конечно, они немножко членораздельны, и, конечно, наша речь относится к высшему типу нервной деятельности, но музыкальный слух ведь тоже относится к высшему типу нервной деятельности, поэтому ведь вряд ли обезьяна сможет различить инструменты в оркестре, просто не знает их названий. Ну, я, конечно, все это утрирую, да, в общем, обезьяне не до английского, а, как говорят, летчики налетали количество часов, да, и вот это количество летных часов, квалификация зависит от этого, а тот, кто учит язык, он наслушал какое-то количество, да, английской речи. И у меня процесс происходил так. Я в лесу не могла отличить, ну, могла, конечно, с большим трудом, ворону от, не знаю, там, от дятла. Ну, что-то очень громкое и что-то нарочитое. А вот когда я стала много-много слушать разных английских голосов, то это привело к тому, что у меня, видимо, развился музыкальный слух, чего и вам желаю. Попробуйте, это игра, очень увлекательная игра. Напишите потом в комментариях, какое количество голосов птиц без названий вы смогли уловить, просто сконцентрировавшись на каком-то определенном звуке. Ну, это фокус внимания, да, это концентрация внимания, и это способность улавливать нечто очень тонкое. А различие во многих звуках в языке, оно же очень-очень тонкое, и практически когда в потоке речи, где все сливается, линкуется, редуцируется, они почти неотличимы, но их нужно отличить. То есть нужно вот слышать, что это чуть-чуть другой гласный, чуть-чуть другой согласный. Но это тема отдельного совершенно разговора. Благодарю за внимание. Не устаю благодарить Анну Кантер, которая втянула меня в эту игру. И 2 года назад она начала учить меня по криокоду. И я слушаю английскую речь, разгадываю ее как пазлы. И мне никогда не надоедает, ну, как может надоесть пение птиц. До завтра. Всех люблю, обнимаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, приглашайте френдов. Это очень-очень важно, включать видео в 10 утра, потому что алгоритм YouTube так устроен. Он любит, когда видео выкладывают в одно и то же время, и когда люди его смотрят сразу после того, как видео будет выложено. Иначе он сочтет, что мой канал никому не интересен. Ну вот так мы уже зависим от алгоритмов. Я желаю вам хорошего дня и до завтра.